казалось, что в начале лета это как-то было слегка иначе. Со стенами. А не так, как сейчас есть. Конюшня или овцеферма, хрен ее знает уже. За давностью лет напротив деревни Ашалаева, которая уже давно не живая. Ну, не то чтобы давно, но прилично. Я хотела обойти ее с другой стороны. Вот теперь самое то. Выемки между кирпичами для того, чтобы ложить бревна, которые были стенами. Бутылка зеленая. Доска какая-то. Вообще вот эта доска мне напомнила кисть руки скелетную. Поэтому я решила достать фотоаппарат. Ну, по-моему, это просто доска. Но какой-нибудь такой экшен тут снимать. Фильм ужасов или, так сказать, аниме нарисовать на этом фоне. Стилизация реалистичнее. Ну что, зайдешь туда, там... Я туда не рискну зайти. Конечно, там ничего сейчас не рухнет, но мало ли чего. Перекрытие какое не выдержит. Здесь у нас после коров люди, которые не считают нужным убирать за собой мусор. Доказательство бутылка. Это, видимо, ворота, которые можно было зайти с одной стороны и с другой стороны, как обычно на фермах делается. Овцеферма это была или конюшня. Вот уж не знаю. Может быть, у меня где-нибудь сохранились. Или даже в записи в видео, или в фото. Может быть, даже с фотика обычного пленочного типа кодек. Кадры, как она выглядела изначально. Ну, при мне. Еще одно свидетельство наличия людей. И наличие коров. По-моему, это все-таки коровья лепешка. Высохшая малость. Но учитывая, как тут трава поедена, тут по-любому коровы были. Кто-то вон даже выламывал стену. Мне кажется, я там не пройду, придется возвращаться, наверное. Практически основа потешки. За этим прудом еще маленький бочажок. И там уже как бы ключ. Потешка, кто не помнит или не знает, это вот наш ручей рядом с прудом. Речка. Такая маленькая речка. Ну, когда-то, видимо, была побольше речка. И за прудом прямяко было, и там еще два пруда. У меня сегодня день какой-то таких путешествий. Любитель непонятных дорог Лёля. Давно не каталась по неведомым тропинкам. Когда знаешь вроде, куда она идет, а на самом деле блудишься. Вот снова его вид. Лица. У меня где-то есть фотографии, может быть, даже ВКонтакте альбом, где я фоткала вот это все. Ошивалась там и фоткала. Дорога на Примяково.